Дорогие друзья, еще одна попытка поднять 4000 на моем твинке. На моей основе гораздо проще как-то идет. Сейчас 5500 без поражений. А вот на твинке что-то я застопорился и не могу подняться выше. На самом деле это все зависит от прокачки. Пока что у меня прокачка турнирная практически. Мега миньон и зап, конечно, выделяется очень хорошо. Да и дракончик уже шестой. Но тем не менее, голем очень слабый. И я могу себе сделать проще задачу и поднять сейчас 100% 4000, но я этого делать не буду. Именно с этой прокачкой я хочу дойти до 4к. После этого, ребята, сразу же буду готовить выпуск. Ох, просто уже не терпится его приготовить. Давайте я вам покажу. Смотрите. Опа! Разряд, мега миньон, голем и пушка на колесах, пацаны. Мы будем тратить абсолютно все гемы, скорее всего. Я буду стараться... Да на максимум я буду прокачивать. Вот на все 37 тысяч гемов. Ну, я округлю, типа, 40. На все 40 тысяч гемов буду тратить открывать сундуки и фармить пушку, фармить големов, фармить зап на 13-й, фармить мегамуху. Короче, это уже на 4к я буду апать. Потом я закину еще гемов. Также я понимаю, что мне золота не хватит, поэтому придется донатить на вот этот сундук с эмодзи и сундук с золотом. У меня эмодзи только вот эти негры есть, ну будут еще свиньи. Короче, я еще не знаю с этим аккаунтом, что буду делать, буду ли я его разыгрывать. Но если буду, то в любом случае вам этот аккаунт уйдет с этими всеми плюшками, с эмодзи. Поэтому подписывайтесь, поддержите меня. И как только ролик соберет 5000 лайков, я делаю именно этот выпуск по открытию сундуков. Ставь лайк и подписывайся. Как только 5к лайков набираем, сразу же выходит ролик. Ну что, поехали. Я думаю, что с этой прокачкой я зайду на 4к, потому что я поднял мегамуху на 9, я поднял дракончика на 6, и я башню короля апнул на 9 в прошлом выпуске этой рубрики. Поэтому надеюсь, что у меня все получится. Итак, это скорее всего спеллбейт. Мы ставим срочно голема. Блин, разряд... А, нет, это не спеллбейт. Коргей. О, тут валькирия. Так. Такое ощущение, что сейчас минуснут мне вышку. Так. Блин, мне бы какой-то... Этот, урон по воздуху. Желательно бы. Так, пушка. Давай быстрее, сейчас Ардаму... Блин, он мне вышку снес, вы представляете? Готовим торнадо. Разряд. Ну, минус вышка у него. У него минус вышка. Фух, я уже думал, все, поражение, потому что сразу вышку снесли. Так, окей. Так, что, мегамуху тратить, наверное? Или да вообще не особо хочется что-то сливать? Там на лоу хп остается... Ладно, я не знаю. Я не знаю, что слить. Давайте мега миньона справа. А дальше поставим голема, пока у него нету инферно. Так, поставили голема. Сейчас он вообще без эликсира. Бедняга. Так, давайте дракона сюда подкидываем. Пошел дракон. Ой-ой-ой, это печально. Это печально. Ой-ой-ой, как больно ж, больно. Но ему тоже больно, видим, да, он ему больно тоже. Так, 75 хп у нас осталось. Пушка, давай, родная. Блин, рыцарь вперся нам прям в пушку. Мегамуха, вся надежда на тебя. Давай, 9 уровня мегаминьон. Какой у меня вышки? 10. Так, зап, еще одну тычку, плиз. Плохо. Так, ну это сейчас будет борьба за 3 короны. Окей, так, здесь мега миньон. Так, ставим голема вот прям с краю карты. Кор гиганта убиваем. Так, у него же инферно еще не забываем. Надо крутиться до разряда. Так, здесь у нас дракончик. Здесь у нас пушечка. Давай, пожалуйста, добей. Ладно, валькирия. Так, Валя, давай, родная. Давай, я верю в тебя, ты сможешь. Здесь мега миньон. Нам надо срочно добивать его вышку, потому что он сейчас 75 хп скоро добьет. Но смотрите, мне кажется, что он сейчас просто потеряет все. Давайте здесь пушку, мало ли у него там какое-то заклинание будет. Так, отлично. И здесь валькирию. Все, 3 короны. Фух, блин, ну че так сложно? Это все королевский гигант 12 уровня. А, ребята, я забыл еще сказать. Мне же подключили новый интернет. Я сейчас использую самый скоростной Wi-Fi, который доступен на моем операторе. Поэтому я надеюсь, сейчас лагов нету. Пришел интернет. Я забыл об этом вначале сказать. Вот такие дела. Так, давайте активируем главное здание.
Так, хорошо. Опять спеллбайт, вот мне везет на него. По идее, лагать вообще не должно, потому что это... Блядь, ну почему против меня инферно? Коргикс инферно, теперь спеллбайт инферно. Так, окей, Валя. Валькирия. Блин, ну тут с дровосеком бы было легко. Ну ладно, будем ждать двойного элика. Не знаю, что сливать. Так, ну давайте повозка с пушкой. А разряд будет убивать его бочку? Да, да, 12-й зап, да. Ну хоть в этом преимущество. Это типа бревно у меня есть. И каз сбиваю. Так, сейчас банда. Ну, в принципе, банду дефать нету смысла. Да, я ее задефал спокойно. Так, сейчас будет принцесска. Попробуем ее словить. Не получилось ее словить, ну и ладно. Готовим сейчас пойзен на принцессу. Вот так вот накрываем пойзеном. Так, прекрасно. Вот, по поводу интернета. Пришел мне этот роутер прошный. Про-роутер. Так, Валькирия. И вот так вот с помощью торнадо всех. Оп, и отлично. Вот, про-роутер. Там на две точки Wi-Fi. Одна 5G какая-то, другая обычная. И вот я сейчас подключен к 5G. Прям, ну, должно летать. Должно летать. Поэтому я надеюсь, вообще никаких лагов нету. Ребят, надеюсь, что реально нету лагов. Вроде бы все хорошо. Так, давайте здесь мегаминьон. Ой-ой-ой, я походу сейчас словлю ракету на мегаминьона, да? Хоть бы это не случилось. Нет, этого не случилось. Все, ставим голема. Я немножко отвлекся, ребят. Так, давайте, короче, сейчас. Так, что мы сделаем? Он сдался, ребята, он отдает мне победу, вы представляете? Я просто могу сейчас забрать его до 3 короны, отлично. В прошлый раз мне было очень тяжело апа 4000, сейчас как-то на изи, потому что... Ну вот, прокачка чуть получше стала, плюс соперники боятся. Да и, блин, мой разряд убивает гоблинскую бочку, у него вообще нет шансов. Очень легко, очень легко. Так, все, давайте здесь используем торнадо. Здесь используем разряд. Так, все, отлично. Осталась ровно одна каточка. Ровно одна каточка. И у меня 4К трофеев, друзья. Кух, я очень рассчитываю на то, что у меня сейчас получится это сделать. Пожелайте мне удачи, потому что последняя игра всегда самая сложная. Понеслась. Фух. Честно, вот последняя игра, она всегда самая такая... Ну, блин, у меня прокачка хорошая, у меня интернет классный, блин, просто настроение бомба. Приходите сегодня на стрим. Я не знаю, стрим будет на твинке или на основе. Скорее всего, на твинке. Основа сейчас на 5500, в принципе, там можно дать паузу. А твинка сегодня будем поднимать. Поэтому приходите. Ну, опять же, все зависит от вас. Если 5к лайка соберем, если следующий ролик сегодня выйдет, значит, будет стрим. Если я не запишу сегодня ролик на твинке, то есть если я не прокачаю голема на 6-й, на 7-й уровень, стрима не будет, потому что с 4-м големом я не собираюсь дальше апаться. Блин, ребята, против нас пека. Тут мне пригодилась бы, конечно, ведьма. Вот, а ведьмы у меня нет. У меня вместо ведьмы пушечка. Так, тут мы используем разряд. Здесь мы используем разряд. Тут мы... Опа, тут пойзан, пойзан. Так, я надеюсь, что сдохнет ми... блин, какого хрена, блин, ведьма, сучка такая, сука, реально, не сучка, а сука, она не зашла на поизен, я, ну это я кривой, кинул яд криво. Блин, еще и рейдж использовал, рейдж это от дровосека, лол, туплю. Блин, ну вот я не люблю такие колоды, где есть и мини-пека, и пека, ну тут вместо мини-пеки типа дровосек, ну слишком много, короче, урона для голема, да, у него в деке, я вот этого не, это ненавижу просто. Здесь мы используем дракона, так, па-па-пам-па-пам, ну нам надо ждать двойного эликсира, иначе нету смысла выбрасывать голема, просто пека съест его на половине это, и на его половине я не смогу просто пробраться к башне, так. Давайте, я даже не знаю, разряд используем, разряд, и используем вот так вот яд. Блин, я не знаю, как мне сейчас дефаться. Просто жесть, давайте здесь дровосек у нас. Ой, какой дровосек? Ребят, я извините, я просто сейчас сосредоточен сильно. Так, Валькирия, давай, дефай, родная, дефай. Так, тут у нас вот так вот, смотрите, оп. Так, отлично, все, сейчас ставим голема.
Фух, везет мне, конечно, на колоды. Либо Инферно, либо Пека 100% подберется. Нет такого, что Хок какой-то там с пушечкой. Какая-то Мортира, Гигант, вообще без дефа. Там с надгробием что-то, неважно. Нет, мне обязательно подберется Пека с дровосеком, либо с мини-Пекой. Инферно с Инферно-драгоном. Вот закон подлости. Ну ладно, все равно эта дека позволяет обыгрывать такие связки, если все делать грамотно. Так, тут у нас, смотрите, яд. Тут у нас, короче, сейчас дровосек будет, поэтому надо использовать срочно торнадо. Нет, дровосека не было. Вот здесь давайте дракончик, фаербол. Блин, ну, мегаминьон, давай. Отлично, все это, ребята, 4000 кубков, да! Все, я это сделал, поздравьте. Ну, на самом деле, это не самая вершина, да, на которую я хотел зайти на твинки. Но, тем не менее, 4000 мне давалось тяжело. 29 кубков? Фух, я думал не придет сейчас. Думал, сейчас не зачислится мне 4000 кубков. Думал, не хватит, как всегда, одного трофея. Все, 4000 трофеев я сделал именно с этой прокачки. Я принципиально хотел с четвертым големом. Не хотел поднимать прокачку специально, потому что, ну, это было бы слишком читерно. Вот, именно с этой прокачкой. Да, она у меня чуть-чуть лучше, чем у соперников, но, тем не менее, четвертый голем — это не очень сильный голем для таких трофеев. Подписывайтесь, ребята, еще будет новый ролик сегодня по открытию сундуков, и будет стрим, новый интернет. Нету лагов, кайф просто. Я вас жду, ребята, жду на следующем ролике и жду сегодня на стриме. До новых встреч, не болейте, всего хорошего и пока.